Assalomu alaykum do'stlar. UzGaming HD kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan Battlefield 3 o'yinini birgalikda o'ynashda davom etamiz. O'tgan safargi video roligimizda qolgan joydan davom etamiz. Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились. Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать. Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс. Как долго вы были без сознания? Когда я очнулся, солнце зашло, по рации передали... Сколько часов прошло? 6? 8? Это важно. Это поезд? Вы про Хантерс Пойнт? Отвечайте на вопрос, пожалуйста. Я не знаю, меня трясло тогда жутко, когда вылез наружу. Было темно. Наружу? Вас засыпало? Я кое-что видел. Вы же сказали, что было темно и вас трясло. Слушайте, вы что, издеваетесь, что ли? Так мы же слушаем, сержант Блэкберн. А вы говорите. Пока. Ну, как скажете. Было темно, вас трясло. После толчка вы что-то видели. Что это было? С другой стороны, у меня есть идея получше. Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имси! Xo'sh, boshladik. Oldingi safar esingizda bo'lsa, yer silkinishi bo'lgan edi. Shundan so'ng o'sha yerda davom etyapmiz endi. Menimcha bir o'zimiz qolganmiz, qolganlar ushlangan. Shu narsa xato. Kalamushni yo'ldan olib tashladik. Ah!
Hoş aldın yürüyemiz. Hoş bu yer bitti bar menimce. Стоять, ублюдок, руки! Святые угодники! Блэкберн, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, бля, будет каждый сам за себя. Надо отсюда валить нахрен. Бу бизнинг шерегимиз экан. Ортадан юрамиз. Бродяга, это бродяга 1-3. Мне кажется, мы в исходной точке. Город не узнать без этих чертовых зданий. Во всем городе повстанцы. Раз и в Иране переворот. Спонсор переворота наш добрый друг ССО. Смотри. Попали!
Bu bizim vertolyotimiz bo'lsa kerak. Çıkamız, çıkamız, tezde. Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук Аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране, прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на Аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, ее должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы не часто придерживаетесь порядков. О чем вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю ее. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на Аль-Башира. Хокинс, только что подняли уровень тревоги. Планы изменились. Отбываем прямо сейчас. Сегодня с нами работает УАР. Не время для какой-то вялой поддержки с земли. ЦНАП ведет нас в курс по десанту, но отправимся мы на ударное задание в Тегеран, аэропорт Мехрабад. У разведки есть снимки. Думают, нашли Аль-Башира. Так что точи клыки, Хокинс. Сегодня идем за большой добычей. Пожалуй, так и есть. В воздухе уже полно иранцев. Уровень срани 97%. День у Фарука Аль-Башира будет непростой. Лады, пора веселиться! Demak, samolyotga chiqadiganga o'xshayapmiz. Проверка ракетных систем. Готовы. Проверка ловушек.
Demak, uchishni boshladik. Bizda 3 xil qurol berilgan. Bitta oddiy qurol, bittasi granatomet, bittasi keyin lovushka, ya'ni tuzoq. Pastga tashlanadi samolyotdan. Ularni tushuntirib o'tishdi bizga hozir. Dushmanlar ham chiqdi. Oh, juda ham ajoyib ko'rinyapti pastlar lekin. O'yin eski bo'lgani bilan, lekin grafikaga gap yo'q. Demak, bizga hali otishga buyruq berishmadi. Tasni urib tushirdik. U ham urib tushirildi. Черт, не вижу его, не вижу! Вон он!
Raketa zo'r ekan lekin. O'zi topib uryapti. Bizni sheriklarni urib tushirdi. Bittasi bo'ldi. Raketa jo'natamiz bunga. Tegmay qoldimi? Yana bitta jo'natamiz. Bunisi ham bo'ldi. Raketa otamiz shu joylarga. Tasiga tegdi. Yana bittasi bo'ldi. Endi keyingisi. Uchta bo'ldi. Ожидайте.
4-6, принял. Так, Хокинс, переходи на ИК и найди самолеты. 4-6, ориентир, главный терминал. Цель на другой стороне полосы. Хокинс, не выпускай толпу из прицела. Цель. Бомбы ушли. Отлично! 4-6. По полю идут установки ПВО. Бомбы пошли. 3 секунды. О, тегмей қалды. Самолетлерінен портлатышымыз керек екен. Yaxshi. Menimcha boshqa yo'q samolyot. Ha, tepalarda bor ekan. Bomba boshlay, 3 sekunda. Просто отлично. Hop, keyingisi. Yaxshi. Бу охиргиси деяпти. Хоп. Это же нет один. У меня тут подзлётные идут три машины. Возможно, это наша приоритетная цель. Ожидайте. Акула 4-6. Ожидайте подтверждения цели. Как поняли? Всё понял. Так, Хокинс, приготовься достать его во время захода. Жнец 1, это большой 212. Внимание, к вам на низкой скорости приближается один летательный аппарат с запада. Высота 502. Видите его? Прием. Понял вас. Это вертолет. Похоже, направляется к транспорту. Понял вас. 4-6 на позиции. 4-6, это жнец 1. Для идентификации нашей цели нам нужно подождать, пока они выйдут из машин. Ожидайте сигнала. Понял вас. Бульдог 3-3. Мы вам подсветим для проведения атаки. Как поняли? Хорошо, на подходе. Это точно ЦСО. Даем разрешение на атаку. Разрешение на атаку. Подсвечивай, 3-3 ожидает. Принял. Они садятся в вертолет. Отлично, Белочка. Люди разбегаются, можете их уничтожать. Ага. Принял. 3 секунды. Просто отлично! Это жнец 1. Внимание всем позывным. Базу зачищают свои. Запрет на атаки наземных сил. Поняли? Понял вас. Слышу хорошо. Выключай камеру. Возвращаемся на корабль. Большой 212. Акула 4-6 выходит из зоны действий. Понял вас. Ложитесь на курс 0-4-0. Над водой возможно движение. 2
связи. Акула 4-6, идите к Лисане. Правильный курс через 3 мили. Акула 4-6, вышли на 2 мили. Крюк выпущен. Акула 4-6, крюк есть. Идете хорошо, отдаю управление. Акула 4-6 на Глиссане, курс верный, отдаю управление. Принял управление. Снижаюсь. 20 узлов, метка. 800. 750. 600. Мощность, мощность. 550. 500. Отлично идете, зажайте птичку. Demak, qo'nib oldik. Operatsiyani bajargandan so'ng. Do'stlar, bugungi videoroligimiz shulardan iborat edi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga albatta obuna bo'ling. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ko'rishguncha do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat.